Подмосковье начался набор на новый поток школы фермера. Это федеральный образовательный проект, направленный на поддержку новых фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. Занятия начнутся в сентябре и будут проходить 2 месяца на базе Российского аграрного госуниверситета имени Тимирязева по направлениям плодово-ягодное растеневодство и животноводство. В школе фермера обучающиеся смогут получить всю необходимую теоретическую базу для ведения сельского хозяйства. Выпускники школы смогут оформить льготный кредит для развития бизнеса, участвовать в конкурсе для получения гранта «Агростартап» и претендовать на различные виды господдержки. Прием заявок начнется 28 августа и продлится до 13 сентября.